12 июля исполнилось 100 лет участнику Великой Отечественной войны Анатолию Добрынину. Анатолий Федорович родился в Кашине. На фронт был призван в июле 41-го. Под Сталинградом его взвод бесстрашно сбивал вражеские самолеты. При освобождении от нацистов Донбасса он был тяжело ранен. За проявленные в годы Великой Отечественной войны мужество и героизм Анатолий Федорович Добрынин награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалями за победу над Германией, за отвагу, за оборону Сталинграда и другими. С юбилейной датой ветерана по телефону поздравил губернатор Игорь Руденя. Мы очень благодарны вам за то, что вы сделали для нашей Родины, для нашей области. Отношение к людям, к ветеранам – это особое наше состояние, потому что ведь мы сегодня работаем благодаря вам. И благодаря тому, что вы сделали, мы сегодня имеем огромную сильную страну. Будем стараться быть похожими на ваше поколение, на вас, на тех людей, которые совершили настоящий подвиг.